Ну а начнем наш эфир, как водится, с новостей. Сегодня в них попали и забывчивый глава города, и певица из 80-х, и даже немного КВН. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Ну что же, как говорится, рыба-карась, игра началась. Первая новость о плохой памяти. Владимир Быков читает комментарии на сайтах, где и что он украл. Следующая новость. При заксобрании Кировской области создадут совет старейшин. Как это будет реализовано? Тупо у здания ОЗС поставят лавочку. Следующая новость. 39 домов культуры Кировской области будут отремонтировали. Но, как говорится, таджик сама дом ремонтировал, сама новость писали. Следующая новость. Жители новостройки на улице Ленина ужаснулись, увидев утром окровавленный лифт. Но через некоторое время они пришли в себя и провели расследование. Так вот, к какому выводу они пришли. Кто-то принес пару литров крови и размазал везде, что очевидно, сообщила жительница дома Диана К. Я вот не знаю, кем работает Диана, но мне кажется, ей нужно идти в следователи. Вот при ней точно не будет висяков. Ну а может быть, у Дианы наконец-то появился повод использовать любимую шутку из КВН. Почему здесь столько крови, Мазай? Что ты заладил? Много крови, много крови. Может быть, кто-нибудь нес кровь и пролил немного. Немецкая певица Сандра поздравит кировских мужчин с 23 февраля. Наконец-то дошло письмо, отправленное кировскими мужиками Деду Морозу в 81-м году. Правда, вместо вот такого поздравления будет такое. Следующий заголовок с пометкой «Молния» от портала «Ньюслер». Ну, естественно, с молнией те заголовки, которые самые обсуждаемые в новостях. Итак, пираты загрузили порно на YouTube. И я боюсь представить, как теперь выглядят планерки в «Ньюслере». Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет стоя на белом кирпичном фоне.